Климин угрожал опариться. Сама прекрасно видела. Что? Мне ворота пересекла дорогу какая-то там. Я поехала дальше, вдруг там как... Если бы эта встреча была бы слева, это прекрасно все произошло справа. Боже мой, да и слева, и справа все одно. Не смей! Не смей, как вы мне говорите! Вот даже все вольнодумство! Я не терплю вольнодумство в своем доме! Я тебе запрещаю! Мы беречь свою жизнь обязаны! Ну что, мы мало видим кругом несчастных случаев? Нам никто не говорил не ездить! Тебе что, нужны слова обязательно? Но дурная встреча бывает красноречивей. Всяких слов я прекрасно знаю. Я прекрасно знаю, зачем тебе хочется туда все время ездить. Там надеешься встретить этого своего Курчаева, нераскаянного безбожника. Я не понимаю, Матан, чем вам не понравился мой Курчаев? А чем он мне вообще может нравиться? А чем вам не нравится? Всем. Он мне всем не нравится. Всем. Он смеется над самыми священными вещами. Когда? Он постоянно смеется. Смеется над моими странницами. Смеется над моими юродивыми. Я как-то просто подхожу к нему. Говорю, посмотрите, пожалуйста, моя матрёша от святости. Лицо стало светиться. А он мне на это говорит. Это говорит не от святости, а от жиру. Вот до чего вольнодумство доводит этих всех наших молодых людей. Просто стали уже просто забывать. Вот, видите, у меня тут два письма. Я вчера получила. На, прочти. Матант! Да разве верят безымянным письмам? Правильно, было бы оно одно. Да. Их он целых два. От разных людей абсолютно. Да? От разных. Ой. А ты зачем здесь? Скитающие люди пришли. Боже мой, что ты сейчас сказал? Скитающие люди пришли. Ну это Бог знает, что он все время говорит. Ну это просто Бог знает что. Это же богомольцы. Это богомольцы. Ну нет, все, вот он не понял. Ступай, иди, и накормить вели. За мной, пожалуйте. Не выбор вами такого человека, как Курчаев, так заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки. Вот оно. Ну что? Ну ты будешь со мной спорить теперь? Я тебе не буду. Ну вот она и читает Радон. Вот как она. Ну, знаешь что, если ты просто непременно так уж желаешь, ну, иди, я перечить не стану. Я совершенно не хочу, чтобы меня еще вдобавок называли тиранкой. Но знай тогда. Знаю. Не дадите денег. Нет? Благословения. И не надо. Я барышня московская. Я законы знаю. Я замуж без денег не пойду. Мне Курчаев нравится. Очень. Но если вам не угодно, Матан, я за него не пойду. И никакой чехотки со мной от этого не будет. Но, Матан, пожалейте меня. У меня благодаря вам есть деньги. Мне хочется пожить. Поняла. Я не поняла. Найдите мне жениха какого угодно. Я за него пойду. Без всяких возражений. Но так жить, как мы живем, Мария, это скучно. Это суетность твоя. Это суетность. Когда я буду постарше, я буду жить так же, как и вы. Это у нас в роду, только мне прежде. Надо выйти замуж. Замуж хочется.
Я сейчас в очень большом затруднении. Нынче молодежь такая вся испорченная. Мне сейчас трудно найти такого молодого человека, который бы мне понравился. Знаешь мои требования? Можно! В Москве можно найти все, что угодно. Как быть? Как быть? Надо ждать указания. Я без особого указания, я не решусь, просто не решусь. Боже мой, да откуда же оно явится, это указание? Оно явится, Мария, оно явится, потому что я это чувствую. Оно, может быть, даже вот прям сегодня же явится, это самое указание нам. Я ваша покорная племянница. Когда ты так говоришь, ты милая дитя. Во всем полагаюсь на вас. И правильно. Я буду богата. Будешь. Буду жить весело. Ведь и вы прежде весело жили, Матан. Что? Что ты сейчас сказала? Я сказала, вы очень весело жили, Матан. Откуда ты знаешь? Я давно все знаю. Это давно. Не можешь. Не можешь ты знать все. Ты можешь. Вот только кое-что. Но не все. Да. Понятно? Ага. И ты вообще не должна это знать. Вы самая лучшая женщина, какую я знаю. Знаешь, вот, милая дитя. Во всем полагаюсь на вас. Конечно. Да? Конечно. А если я согрешу, я и покаюсь. Да. Я буду, как и вы. Грешить, текается, грешить, текается, грешить, говорить.